Дети поступили вчера, доставлены в скорую помощь в 17 часов, первая скорая помощь. Значит, госпитализированы с жалобами на головокружение, тошноту и слабость. Это первые симптомы, которые, в принципе, должны настораживать. Если они возникают у всех одновременно, а они возникли у всех одновременно и у матери, и у отца, и у бабушки, значит, в данной семье, поэтому они и вызвали скорую. По словам медика, все симптомы указывают на отравление угарным газом. На место выезжали представители Анапогоргаза. По их словам, оборудование в доме новое и находится в исправном состоянии. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту отравления людей.